күнтам ана авныр эжинер дүнер оржихай күршин жилле цуктадныгы арын цаган сеткласын халун зүркнасын юрежанав авсын настын цаган болтха гем шалткуга сен сахын бехиге олун дедис бурхут уршахы гиджи юрежанав. Уважаемые земляки, меня зовут Эрнцен Катаев, я живу в Москве. Сегодня мы отмечаем большой калмыцкий праздник Зул. В этот день я хотел бы поздравить все калмыцкие семьи, пожелать всем счастья, мира и процветания. Также я и мои друзья хотели бы рассказать вам об одном важном начинании. В 2019 году в Новой Москве мы основали калмыцкий детский клуб «Баир». Наши дети теперь имеют возможность изучать калмыцкую этнокультуру и калмыцкие танцы. Целью нашего клуба также является общение между нашими детьми вдалеке от родины. Знакомство с родной этнокультурой и обычаями, и традициями. Это очень важно на сегодняшний день для их саморазвития, самореализации, самовосприятия. Наши преподаватели Надежда Манжиевна Манжиева и Умадыков Михаил Олегович, большое им спасибо за их труды и их энтузиазм. Наш детский клуб «Баир» приглашает всех желающих для изучения калмыцкой этнокультуры, калмыцких танцев. Желаем благополучия и процветания нашей малой родине, белой нам всем дороги. Идея создания детского клуба «Баир» пришла в голову нашему дорогому другу Эрнцену Катаеву, и он поделился с нами своей мыслью о том, что мы живем далеко от родины, и хотелось бы, чтобы наши дети общались между собой, развивались в плане калмыцкой культуры, традиций, обычаев. И мы, недолго думая, с Эрнценом создали детский калмыцкий клуб «Баир». Очень много детей пришло с родителями, с дедушками, с бабушками. И вот так состоялось наше открытие. Детей становилось все больше, и мы уже не помещались в том помещении, которое арендовали. И поэтому мы попросили Дом культуры «Московский» принять нас к себе, и они с радостью это сделали. У нас два замечательных преподавателя – Надежда Манжиевна и Михаил Олегович. Надежда Манжиевна преподает калмыцкую этнокультуру. Михаил Олегович учит калмыцким танцам. Все вместе это создает удивительную атмосферу, когда дети, находясь в Москве, общаются, развиваются, затем обсуждают те знания, которые получили от преподавателей. Знаете, когда я узнала о том, что ищет учителя именно калмыцкого языка, да, я вот прозвонила. Почему? Потому что я очень много лет проработала в школе, да, почти 17 лет я проработала в Черноземельском районе, поселка Комсомольский, затем частная образовательная школа «Перспектива», да, и вот в это время, когда я приехала в Москву, ну, как бы для меня это было важно, да, тем более искали вакансии учителя. Ну, конечно же, это очень здорово далеко от родины слышать свою речь, да, знакомиться с фольклором калмыцким, с устным народным творчеством. Поэтому я считаю, что вот именно мы здесь одно единое целое. Мы встречаем здесь вместе праздники, готовимся к ним, делаем какие-то репортажи. Ну и, конечно же, не забываем о своей родине.
меня всегда тянуло к тому, чтобы обучать кого-то калмыцким танцам, обучить наше молодое поколение танцам, чтобы они, не стесняясь, принимали участие во всех наших мероприятиях, свободно танцевали и тем самым выражали свою национальную принадлежность. Я считаю, что это очень важно для наших детей, чтобы они знали вдали от нашей родины, знали о наших корнях, знали наши обычаи, знали наши танцы, умели это их танцевать, разговаривать на нашем родном языке и соблюдать все обычаи вдалеке от родины. Күнтемана ийджи авнар, икицкнер, күнтемана күйкет, индир өдөр амадын Москва балхсынды, город Московский балхсынды бәсін бичктүдін цутхлынг, байыр бичктүдін цутхлынг нэрмдересі өрджіхі зулын өдірлі танігі цуктагетін юрэджіне ведін. Тана байын өдір сәхім болтыға, насынтын ұты болтыға, бәсірін байын болтын, сусарын өнір болтын, домбрин жынгынсын айста, дөвір сәхін дуыта, нейтінгі нинекті, емі емен түшілдәт, екці дуған дуылдат, ондин дөрін сақты, амулынг менді байырта бәцхай гиже би юрэджінев. Интернет-телеканал «Калмыкия.ТВ» для тех, кому не безразлична Калмыкия.